Вопрос развития кадрового потенциала и управления человеческими ресурсами на протяжении нескольких лет являются неизменным приоритетом региональной политики. В Ульяновской области создаются условия для формирования и развития кадрового потенциала для будущего региона. Ну, во-первых, это все государственные муниципальные служащие, которые должны понимать все новые условия и требования к работе. И не только понимать, но и менять собственное мировоззрение, собственные шаблоны, которые сложились за годы работы. Именно поэтому мы очень жестко, может даже жестоко, меняем правила подбора кадров. В органах власти внедряются новые кадровые технологии, проекты и конкурсы. Так, например, на мероприятии были подведены итоги конкурса «Менеджер года», где победителям вручили памятные дипломы. Очень интересно предложено вариантов по поводу того, как можно руководить коллективом, основы корпоративной этики, новшества, которые предполагаются в новых программах. Поэтому данное мероприятие будет интересно для любого руководителя. В ходе встречи были подписаны два уникальных документа – «Стратегия развития инновационных кадровых технологий и корпоративной культуры в системе государственной, гражданской и муниципальной службы в Ульяновской области до 2030 года», а также постановление губернатора об утверждении психофизиологического тестирования с применением полиграфа в целях повышения эффективности противодействия коррупции в органах власти. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.